Цена за коммунальные услуги вырастет не более чем на 8,5%. Об этом сегодня на встрече с журналистами сказала председатель Госкомитета по ценовой политике Якутии Антонина Винокурова. Одной из главных тем встречи стало плановое изменение тарифов за коммунальные услуги, которое произойдет 1 июля этого года. Изменение произойдет в рамках предельных индексов изменения за размера платы граждан в совокупности за все коммунальные услуги. В Якутии средний предельный индекс установлен в размере 6%. Плата каждой семьи за коммунальные услуги вырастет не более чем на 8,5%. Правительство в этом вопросе тоже приняло дополнительные меры для социальной защиты неимущих граждан. Так, если по адресным субсидиям, у нас на адресные субсидии имеют право семьи с доходом, если по российскому стандарту не выше 22% от доходов должны платить за квартплату, то республика ввела 15%. Кроме того, увеличены нормы площадей, в пределах которых предоставляется субсидия. Также для многодетных семей и для неработающих пенсионеров есть льготная шкала от 0 до 15%. То есть у нас некоторые семьи могут вообще освобождаться от платы.